Я рад приветствовать вас на сайте cloudmoney.info. Меня зовут Сергей, и я хотел бы рассказать вам о правилах работы проекта Cloud Money. Итак, Cloud Money работает через платежную систему Perfect Money. Однако, воспользовавшись нашим ресурсом, вы также можете использовать платежные системы Мера, Киви, а также банковские карты Связного и Сбербанка. Минимальный вклад в систему составляет $10, максимальный составляет $1000. Вы получаете 2,76% в сутки на ваш счет в системе Cloud Money. Выплаты происходят ежедневно. Однако в сутки вы можете получать на ваш кошелек Perfect Money лишь 1% от общей суммы на вашем счету Cloud Money. То есть в системе есть два кошелька, один виртуальный, другой реальный. Виртуальный кошелек Cloud Money – это кошелек, в котором на первоначально внесенную вами сумму начисляются 2,76% в сутки. Реальный кошелек Perfect Money – это кошелек, на который ежедневно переводится 1% от накопленной с учетом процентов суммы на виртуальном кошельке Cloud Money. Разберем пример. Вы внесли $100. Через сутки на вашем виртуальном кошельке Cloud Money будет $102.76, то есть 2,76% начисленные на ваши $100. Однако, ваша выплата в этот день на кошелек Perfect Money будет составлять 1% от этих $102.76, то есть $1.03. Вы можете приостановить ваши дневные выплаты, нажав в личном кабинете кнопку «Отключить ежедневный платеж». Тогда деньги на вашем счету Cloud Money, на вашем виртуальном счету Cloud Money, будут расти быстрее. И как только вы включите снова ежедневный платеж, он будет у вас больше, чем у тех, кто сделал взнос в одни и те же сутки вместе с вами и в одно и то же время, но не отключал ежедневный платеж. Таким образом, вы накапливаете большую массу денежных средств на вашем виртуальном счету. И как только вы нажимаете кнопку «Включить ежедневный платеж», ваши выплаты становятся больше, чем у тех, кто вносил деньги вместе с вами, но не отключал эту опцию. В личном кабинете в пункте «Настройки» вы можете видеть два пункта «Автоматические выплаты я готов подключить API». Первый пункт – это абсолютно то же самое, что «Отключить ежедневный платеж». А второй пункт означает то, что вы даете согласие на то, чтобы другие участники могли переводить к вам на хранение деньги по системе Cloud Money. Это сделано для того, чтобы обезопасить систему от скопления денег на каком-то одном счете, а деньги распределялись равномерно среди участников, то есть распределялись по облаку. Если вы нажмете и поставите галочку «Я готов подключить API», то вам нужно будет завести второй кошелек, на который будут переводиться деньги на хранение от других участников. В личном кабинете в пункте «Мои партнеры» вы можете найти свою реферальную ссылку, там же вы можете отслеживать перечисление реферальных бонусов вам. За каждую регистрацию по вашей ссылке другого участника вы будете получать по 15% с каждого его вклада. Также есть еще два уровня глубины. То есть, если ваш участник пригласил другого участника, то от этого участника вы будете получать 5% с каждой его операции. А также, если участник вашего участника пригласил другого участника, то вы будете получать 1%. Итого три уровня глубины. Первый уровень 15%, второй 5%, третий 1%. За $100 вы получите на первом уровне $15, на втором 5, на третьем 1. Очень важный момент. Для того, чтобы получать реферальные выплаты, на вашем счету должно быть не менее $150. И вы должны положить их в систему не позднее 2 дней с момента первого реферального начисления в вашем личном кабинете. То есть ваши реферальные бонусы будут отображаться в личном кабинете во вкладке «Мои партнеры». Однако не будут выплачены до того момента, пока вы не сделаете взнос не менее $150, но не позднее 2 дней с момента первого начисления, иначе ваш реферальный бонус сгорит. Не вздумайте делать реферальные прокладки. Система отслеживает заходы в личный кабинет по IP-адресу, и в случае, если с одного IP были сделаны заходы более чем в 3 кабинета, ваши аккаунты могут быть заблокированы до выяснения обстоятельств через обратную связь на официальном сайте. Пожалуй, это все по основным.